Всем привет! Сегодня мы снимаем видео про Желли Белли. У нас вот такое, как такая штучка. Мы будем крутить и будем узнавать, что же нам попадется. Мы хотим сказать, что долго хотели это попробовать. Вот эти мелкие конфетки. Так, мы сейчас посмотрим, какие здесь есть вкусы. Стинки, сокс, это вонючие носки, тут тутти-фрутти. Протухшее яйцо, там попкорн, там зубная паста и так далее. Сейчас... Кто будет первым крутить? Ты, давай. Вот так. Крути, короче, вот так посередине поставил. Раз, два, три. Итак, это тебе... Ты берешь белую. Вот, бери белую. Это либо это что может быть? Это. Пацаны, с Богом. Это может быть памперсы. Сиди. А мне он говорил, что все выдержит. Так. Это, походу, был шампунь. То памперсы были, чувак. Мне показалось, что шампунь. Это у меня вот такая пич или барф, это понятно? Заново! Не-не-не, я кручу сейчас. Ну ладно. Крути заново. Так, мне попался такой черный, самый черный. Черный цвет, это вот этот. Так, что же это может быть? Это... Хавай уже. Какой-то спрей, короче, может, да ладно. Хавай. Нормас. Вот я, короче, не хочу. Не могу найти. Это спрей. Все, не бей никуда, пацан. Нет, ему еще повезло чуть-чуть. Ну все, давайте я заново кручу. Нет, чувак, я побежал. Ты дебил. Никита, мне сопля попалась! Сейчас пацанчик вернется. О, она черная. Ты куда его выплела? В туалет? Ты куда и ты? Ну все, короче, я кричу, мне попался сопля. Давай, синий, зеленая. Сопля. Не, подожди. Сиди, это не. Это яблоко. А да, это яблоко, это не сопля. Лимон или лаунг липсинг? А фильм дальше. Такое. Короче, надо. Нормальное. Давайте дальше. Так, теперь я. Ну что? Прокрути нормально. Круто нехорошо. Это зеленое, это бугер GCP. Вот это с такой фигней. Вот тут вот такое. С такой, да, фигней. Вот такое? Да, вот такое, да. Давай только не убегай никуда. Да хавай уже! Ну что, нормально? Отойди. Пацан сейчас побежит. Смотрите. Ну что, все? Угу. Мне кажется, что Желли Белли придумали того, что просто конфеты получились невкусными. Это, кажется, самое попалось. Так, где эта херня? Вот, в чаточку. Это, кажется, самое попалось. О, фак! Уже вкуснее становится. Понятно. Так, давайте я. Берри Блу или паста? Ой, пожалуйста, паста. Бери синенько. Пожалуйста, паста. Давай уже ешь. В детстве не ел пасту. Я не знаю, какова она на вкус. Вроде вкусненько. Да? Короче. Походу паста. Да, паста.
Я помню, здесь какая-то паста, но... Мне тоже попалась она. Может, не паста. Вкусная? Но я делаю два варианта, что тебе попадется. Паста тоже попалась. На бургере такая как Орл-Би стоят. Да, как Орл-Би паста. Вот такая же вот в точь-точь. Тебя на Ютубе забанят за авторский. Опять? Не, лучше другое же, потому что только что я... А вкусная? Так, пич бас. Шо, у тебя попалось? Нет, меня. Давай. Ну хавай, уже, быстрее. Я бы уже зубы не прожевал пасту. Вкусная паста. Зубы как раз я сегодня не чистил нормально. Ну. А шо? Так, давай. Вот это, короче. Ну, короче, вот это попалась, такая как, видом как на гамно похоже. Что, я не буду жевать, что это, посмотри. Это у нас... Шоколадный пудинг или... Собачье гамно. Собачья еда. Еда. Чувак, у меня есть собака, я сам собачью еду ел, поэтому это нормально. Шоколадный пудинг. Ой, сейчас я. Теперь нормас. Так. У нас что у меня попалось? Вот это тутти-фрутти или стинки? Ой, вонючие носки. Ну давай. Пусть ему попадется вонючие носки. Давай посмотрим на него реакцию. Что, попалось? Похоже на фрути-фрути. Тутти-фрути. Да? Ну, повезло, пацаны. А что тебе попалось? Вот эта фигня. Угу. Мне тоже она попалась. Не, ну переключи. Вот это, короче, белое. А что это у нас? Baby Whips and Company. Я не буду это есть. Финя. Я это уже ел. Вот, вот это. Вот это давай. Вот это она? Угу. А ничего не скидывает, чувака. Я помню, сейчас только ничего носком не хватает. Шо у чувака там? Тутти-фрутти чуваку попалось? Да, тутти-фрутти. Крути. Ладно, давай лучше, я уже все, честно говоря, попал. Не, еще не все. Что это такое? Карамель корн или ванделя? Дай какашечка. Что там, карамель корн или сыр с плесенью? Что это? Я не могу. Эй, пацана попался, сыр с плесенью. Сейчас он вернется и продолжит. Ой, хорошо, полегчало. Да. Ну все, давай. Да, ты короче. Вот, роутинг. Кубельники надо попробовать. Вот тут уже они заканчиваются, тут еще у них мало. Где эта беленькая? Вот беленькая, вот везде эта беленькая. А, это ее. Так, давай. Как паста попалась. Фигня, короче, какая-то. Это памперс, походу. Да, памперс, походу. Уже второй раз я. Мне тоже белый. Ну давай, хавай. Синенькая попалась. Ну что? Синяя самая фиговая, вот. Это паста. Мне похоже, что это вкусное попалось.
щит! О, щит! Что там, Берри Блу? Берри Блу? Я, ну все равно. Дези вкусный. Ну, что хотелось бы сказать в конце. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был Никита и Никита. Всем пока!